Всем привет, сегодня Джокер Шоу, проходим на харде, давайте стартовать. Можно даже начать как на спидране. Ключик, уже дверь открываем, берем после этого дневник. Карта Джокера. Свеча. Есть. Спички. Теперь нужно спуститься. Сегодня проходим без багов. У нас будет чистое прохождение. Может, ну его. Но здесь нужно, конечно, торопиться. Потому что Джокер будет очень быстрым. Мы его еще не вызвали. Вот сейчас вызвали. Тащит. Зачем я Джокеру здесь в подвале? Раскалывается. Просто посадил, даже не привязал меня ни к чему. Он, видимо, только прикалываться над всеми любит. А, уже заметил меня? На. Но вас Джокер не тронет. Кстати. Вас Джокер не тронет. Пока вы в данной комнатке. А, то есть так близко. Сейчас будем все стекла пока что бить. Потом по кругу пробежимся. Первое стекло давайте в ванной комнаты. Потому что уже я выбрал не тот ракурс. Аж бежит даже. Да, раньше времени лучше камень не берите, если вам очень долго бегать. Сейчас это стекло. Планку, конечно, сбить не успею. Все, оббегаем гостевой домик. Да ё. Ладно, попробую. Да, похоже, сбил. Побежали в подвал. Так, мы будем близко к нему, йоу. Не поймал. Прошел здесь. Смотрите, он шкаф куда-то затолкал. Что? Подождите. Это какая-то жесть. А шкаф можно дальше толкать? Нет, только он может. А если он шкаф задвинет дальше, чем нужно, и он свалится, он попадет в потерянные вещи, что ли? Выталкиваем тумбочку. Вытолкнули тумбочку ради прикола. Направляемся в гостевой домик проверять, скинута ли планка, потому что я этого не видел. По звуку как будто бы отлетело, да, отлетело. Все, есть и камень, и доска. Гостевой домик не открываем. Все, за вантусом тогда идем. Доска прилипла, вантус есть. Но обратно вы не вылезете, да, ведь я так понял? Да, вообще никак. И доска будет прилипать. Да, в принципе, ладно. Пошли. Вантус не нужен. Здесь был ножик, который я не взял. Все, нож есть. В подвал. Но не заточен. Ножик нужен еще. Нам еще нужно сжечь куклу, которая является кусачками. Так, тлеет, 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 тлеет. Все. Стлело. И остались одни кусачки. Перекус. Ими же кинем. Есть. Есть, есть, есть. Где-то, где-то, где-то. Скорее всего, Джокер зайдет в гараж. Точно он там. Мы его видим. Джокер, привет. А, заметил меня. Мне кажется, он дверь открыл. Йоу, он здесь. Вот это хард. Так, камушек один оставим. Нам сейчас нужно будет попасть в гараж, посмотреть, что там есть. Давайте пока что вообще в подвал смотаемся от него. В подвал быстрей. Я где-то здесь, смотри. Я вот здесь вообще. Иди дальше. Слышали звук? Он затолкал слегка книжный шкаф. Еще. Ну-ка, если прям реально сюда толкнуть. Вот так. Смотрим. Еще толкнул. Вдруг он выпадет в потерянные вещи. Это же топ настоящий. Давайте. Дотолкал, дотолкал, дотолкал. Где он? Неужто на улице?
Нам нужно в гараж. Он, видите, все открыл. Черенок лопаты. Ну, взяли лом. Неплохо, да? У нас есть черенок лопаты. Нож нам еще нужен для того, чтобы ведро добыть. Проверяем. Ах ты, шкафа здесь нет. Я его просто далеко дозадвинул. Джокера вижу издалека. Все, сейчас будет последнее применение ножа. Вазы здесь нет, она похожа на втором этаже. Перерезаем, меняемся. Да ё. Вычерпали, все, ведро не нужно. Убегаем. Сейчас главное воду открыть, чтобы у нас в душевой была вода и мы могли промыть бинокль. А так можно сделать? Вот так, смотрите. Вот так. Успели? Успел. Да класс. Побежали за вазой тогда. Хотя это, кстати, риск нереальный. Ничего себе я рискнул. Тебе не сбежать. Она здесь-то не разобьется. Нам нужен асфальт. Я пока не знаю, где Джокер. Все, есть. Разбиваем, знаете как, вот так хитро. На. Ключик был, ключик. Он скачет. Так, а что если мне кинуть что-нибудь сюда? Чтобы шут еще дальше затолкал шкаф. Он на воздухе стоит, смотрите, на осколках ваза. Вот так сделаем. Посмотрим. Он подойдет максимально близко к стене. И возможно шкаф вытолкает за пределы карты. Еще дальше, чем я могу это сделать. У нас есть ключ с вами. От второго этажа. Послеживаем за Джокером. Да, нормально. Да как так-то? Через что он меня там увидел? У меня нет запасной ячейки. А все нужно. Йоу, быстрей. Попал, есть. Найти ключ, чтобы открыть ворота. Он близко, он бежит прямо за нами. Ключ-то уже найден определенный. Так, еще лезвие нужно поискать. Может, он находится здесь на скамейке? Не вижу. Так, куда-нибудь подальше убежим. А, все, убежали, считайте. Сейчас попадаем просто в дом. Ну, в принципе, да? Кстати, нам открыт будет только правый ход-то. Давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее. И закрывайся. Все, это есть. Исследуем. Ничего нет. Ход на второй этаж открываем. Йоу. 07734. Ключ от левой двери. Закрываемся быстрее. Ключ от левой двери. Вот где он? Неужто шуметь будем чем-то? Но в принципе можно. Давайте скинем черенок лопаты. Все, надеюсь, прокатит. Так, открываемся. Хитрю, видите? Да, он, похоже, к лопате пришел, ура. Мы сами открываем ванную и скидываем доски. Все, лом, ах ты, нет, лом еще нужен. Ладно, хоть вернул, успел. Ничего. Да все вообще закрываем. Есть карта, но мы и так знаем, где лежит кукла. Отлично, получилось. Все, вот у нас где лезвие лопаты-то. Тогда, сейчас мы будем с вами забрасывать лом вот сюда. Поднимется ли на второй этаж? Ладно, убегаем. Так, конечно, хочу сбежать. Объединяем лезвие с черенком.
Это вообще бинокль оказался. А мы воду сами открыли, все. Можем бинокль промывать. Лопату в колодец. Не попал. Кстати, а может быть в колодце вещи не пропадают? Выпал он в потерянные вещи. Кстати, а Джокер находится на втором этаже. Заходить крайне опасно. Бинокль еще не вымыт. Мы можем, в принципе, посмотреть на дождь так-то. Но тоже не прокатило. Сейчас идти? Да это невозможно. Он как раз-таки слева. Ну-ка. Джокер с нути стоит. Его видно через грязный бинокль. Вот он. Заметил. Побежали от него. Вокруг дома обойдем. А, да, он бежит вообще прямо. Значит, пойдем на второй этаж снова. Закрылся за собой. Быстрее. Закрываемся. Здесь закрываемся. Душ открываем. Тоже закроемся. Давай поиграем. И смотрим прямо на распылитель. Так-то лучше. Хочешь меня обхитрить? Так, конечно, хочу. 974. Код 974. Внутри оказалась отмычка. У нас камня, кстати, нет. Мы можем разбить стекло биноклем. Тоже вообще супер функция. Разминулись с Джокером. Он здесь был. Планка прилипла. Смотрите. Просто биноклем можно. На. Сейчас будем доставать финальный ключ. Все, ура, смотрите. Ключ найден, можем проходить игру. На этом мы с вами видео закончим. Сегодня получилось пройти Джокер Шоу на харде. С вами был Топси. Всем пока.